Меня зовут Куликов Михаил Алексеевич. Родился 20 апреля 1994 в городе Орск Оренбургской области. 21 сентября этого текущего года получил повестку. Медкомиссия, отправка в часть, 25 числа я уже был в Украине. Перед тем, как отправиться на медкомиссию, гуглил, как можно сдаться в плен, чтобы не оказаться убитым. Нашел в Телеграме канал «Хочу жить». Это государственная программа Украины. Там нашел номер, позвонил по нему. Мне объяснили, что как нужно сделать, куда выйти, что сказать, чтобы меня не убили.